Ебать, брат. Вот я, собственно, наоткрывал. Я до конца, к сожалению, не дошел. Смотрите, сколько. Но мне уже стало жестко лень. У меня есть миллиард ящиков. Я могу открыть 55 ящиков. Го сейчас. Сюда, Бравл Старс! Все, господа, самое мега большое открытие кейсов, которое только было. Поехали. Так, ну вы можете делать ставки, выпадет ли... Ебать, сюда нахуй! Сюда нахуй! Сразу, блядь! Но он меня бесит вообще. Сюда! Ебать! Чё, сделали ставки там на Твиче? Пиздец. Короче, я вам что хотел сказать. Фиолетовый Фрэнк мне вообще не нравится. Но Пайпер мне не нравится еще больше. Из легендарных, кого я хочу? Кто такой Сэм? А, Сэма я получу, да? А, смотрите. Эмбер. Это мой любимый персонаж, которого я хочу. На втором месте Мэг. И потом Спайк. Леона я не хочу, Фрэнка я не хочу, Пайпер я не хочу. О, ну давайте вообще для начала и этот тоже можно открыть. 4. Блядь, сюда нахуй! А, нет, неплохо. На Гейла неплохо. 4. Ага, нет, ничего не будет. Ну ладно, нормально. Потом просто по пути её... Полная хуйня. Ящик обычный сразу можно прокликивать. Так. Шок, пятерка, открыл 55 ящиков Brawl Stars. Полная хуйня. Вот эти силы мне вообще не нравятся. Мега кейс, семерочка. Так. Не, семерочка это, видимо, хуйня полная. Так. Ну, на Тика мне нравится. На эту, кстати, девка без зуба. Имба вообще. Ну и последние два не очень. Я за них не супер играю. Так, четверочка. Здесь бан. Жалко. Так, все. Бравл пасик активирован. Поехали. Ну, три предмета это бан сразу. Четыре предмета это есть шанс. Но, видимо, бан. Так. Полная хуйня. Едем. Ящик обычный. Полное говно вообще калище. А, на сквика, ну чуть-чуть, ладно. Бан. Бан. Полное говно. О, на Джина. Я полюбил за Джина играть. Мне нравится. И еще мне нравится тот, который делает невидимое поле. Вот, это тоже прикольная тема. Полная хуйня. Нет, это не то. Ящик. Полная хуйня. Я за них не играю. Ну, чуть-чуть за них играю. Мега ящик. У меня нет Леона, я его не хочу. Меня бесит Леон. Я хочу вот эту Эмбер. Эмбер, которая огнем стреляет. Два предмета? Из мега ящика? Чё за нахуй? Полное говно, вообще ужас. Просрал мега ящик. Так, в кого бы вкинуть? Я хочу в девку. В девку без зуба. Она имбища. Подождите, где девка без зуба? Вот она. Давай, поехали. Чё за кал? Нет, Фрэнк, у него геймплей неинтересный. Я понимаю, что он там мега сильный, может быть, но у него просто неинтересный геймплей. Он просто вперед идет и долбит по земле. Чё за хуйня, блядь? Так, это сразу скип. Это моментальный скип. Подожди, а я могу мышкой управлять? А! 8! Подождите, 8. 8, 8, 8, 8. Перс, блядь. Перс, и пожалуйста, огненную девку. Огненную девку, пыж. Полная хуйня. Полная хуйня.
Так, ну это бан. Так, поехали. Так, ну поехали еще. 4. Ну есть шанс, когда 4, вроде шансик есть. Это сразу проскипать. Угу. 4. Ну, такой микроскип. Отис мне вообще не понравился. Мы с Суджиком играли. Кстати, Суджик очень хорошо играет. Он постоянно за Отиса играет. Я вообще не понимаю прикола. Такой тупой перс, блядь. Ничего интересного нету. 7. Полная хуйня. Это скип. Так. Проскипать тоже. Это скипчик. Ладно. Я подумал, мне кажется, рандом решается именно в момент нажатия. То есть, если в какой-то момент выбрать микросекунду, когда мне выпадает предмет, то он не выпадает. Это троечка. Пока. Так. 4. Бан. Бан, бан. 7. Бан. Полный бан. Ну вот это всегда приятно, когда удвоение идет жетонов. Это жетоны батл пасика, да? Чтобы батл пасик быстрее загружался. Так, это бан. Эдгер. Ну, Тара неплохой, просто перс, окей. Так. Это бан. Хотя неплохо то, что на девочку без зуба выпало. 7, бан. Это бан тотальный. Мне еще бесит вот эти сердечки, стрелочки выпадают. Я их никогда не использую. Я не знаю, как это использовать. Так. Сука, уже все меньше и меньше остается. Плохи дела. Поехали. Это бан. Жалко. Это тоже, видимо, бан. Это бан. Полная хуйня. Вообще полная хуйня. Я ни за кого уже не играю из этих персов. Ну вот Эдгар мне нравится, но его как будто понерфили, он менее сильным стал. Я ни за кого из них не играю. Так. Ну ладно, давайте значок получу. Получу еще вот этот значок, то, что никто никогда не использует. Плюс гемчики. Большой ящик. Поехали. 2 предмета. Охуенно. Спасибо, блядь. Вот этот неплохой перс, как оказалось, я его недооценивал. 4. Это бан. Не, ну ладно, на Бонни неплохо. За нее иногда играю, за него тоже иногда играю. Так, давай сюда значок. Давай сюда деньги. Ящик. Полная хуйня. За 8 бит не играю, за Лу раньше играл много. Ну я сейчас попробую сделать снаряжение, как вы говорите, но я ни разу их не делал, я не разбираюсь. 6. Полная хуйня. Полный бан. Открывай сначала маленькие, а потом большие и мега, чтобы шансы были круче. А, реально, кстати, я хотел сначала сказать, что за ту хуйню ты спизданул, а потом я понял, да. Просто чем же больше ящиков открываешь, тем больше шанс, окей. Ладно, тогда давайте. Надо было сразу так делать. А, блядь, это уже почти все. Ну давайте теперь большие открывать. Фух. Ну, Эмс иногда играю. Но тут такие копейки дают. Ну, из 300 мне дали 11. Ну, это вообще полный бред. Полная хуйня. Блять, ну вот я расстраиваюсь теперь то, что мне в самом начале повезло.
Ну повезло же в самом начале, но... Чё теперь? Так, значок давай, да-да-да. Всё, тухляк. Полный тухляк. Блять, ну вначале так везло, сука! Так, короче, алло, админы Бравл Старса. Я предполагаю, что вы смотрите стримеров. Вот сейчас самое время подкрутить для того, чтобы, знаете, что было, чтоб, ну, про это выйдут нарезки. И в конце нарезок, нарезки хуяк и... все, и все сразу, эта жесткая реклама будет Бравл Старсу. Три! Три, Карл! Три, блядь! Из мега-ящика три предмета! Пенни мне, кстати, очень нравится. Еще вкину Пенни. Это все? А, нет. Есть еще. Так, боги Бравл Старса. Надо написать, я хочу сделать сосай Павлу Шампанову. Вот как только я увижу сообщение, я хочу пососать Павлу Шампанову. Вот. 7. Боги Бравл Старса, ну пожалуйста. Так, ладно, у меня есть еще идея. Но она может быть, ну, банной. Подожди, новый сезон, там что-то еще. Давай, на похуй. Вау. Не, вообще неплохо. Ладно. Сейчас, подождите. Значит, давайте за нее. Я вам сейчас покажу, как надо, ну, правильно нагибать жестко. Все, готово? Сначала в одиночном столкновении. Смотрите. Охуеть. Вау, вот это изображение. Вау. Жесть. Охуенно. Охуенно. Знаете, что-то я подумал, то, что может быть я поиграю без вас. Да. Нет, нет, я сейчас это все делаю. Так, поехали. Все, я сейчас буду нагибать. Скриньте, все, нагибаю. Изображение топовое. Да ёбаный Wi-Fi, блядь! Я б уже трахнул этого динамайка, блядь, 10 раз! Ёбаный Wi-Fi! Пошло оно нахуй! Господа, прикольно поиграли в Бравл. Все жестко, ну, жестко за геймплей в Brawl Stars. Ну, мне, в принципе, нравится Brawl Stars, игра такая, yes. Никогда в жизни больше, никогда в жизни я не зайду в Brawl Stars. Жалко, не выпал перс. Ну, перс выпал, конечно, но самый чмошный, не тот, который... Это тот, который стреляет вот так, вот так, да? Но я не вижу в нем. А, он еще голову свою запускает, кстати. Ну, может быть, интересный персонал. Нахуй он мне нужен.